Всем привет, меня зовут Эльвира, и вы на канале Архив Plants. И сегодня мы с вами будем пересаживать вторую растенец свопа, это Philodendron White Wizard, или Philodendron. Так, нам понадобится агропесок, пора, транзит, древесный уголь, кративный действенный растений грунт, вермикулит и диатомит. Вот такая вот у нас смесь будет. Так, и в первую очередь нам нужно протереть горшочек. Потом понимать, сколько у меня горшочек у нас. Здрасте. Ненавижу вот это. Ну почему? Этот клей. Так, горшок у нас. Кстати, из Фикспрайса. Вот, мне очень понравился. Вот такой вот. Сюда будет сливаться лишняя вода. А здесь у нас будет сам цветочек. Вот, он у нас. 1,45 литров. Вот, так что, ну, я думаю, что здесь, скорее всего, наверное, 1 литр. Вот, в итоге у нас вместе с землей, потому что мне кажется, что считают они по вот этому объему. Вот, по общему, так сказать. А не по внутрянке, поэтому я думаю, тут где-то 1 литр. У нас эти семелечки. Так, ну, мы сейчас будем протирать спиртом наш горшок, чтобы его, так сказать, обезвредить. Так, я беру, получается, такую вот тряпочку, салфеточку, спиртик. Вы можете, кстати, если есть некоторые горшки, которые можно кипятком обдать. Вот. Но тут это не делать вообще и нормально. То есть, как бы это просто мое личное предпочтение. Можете этим не заниматься. Ну, этот горшок такой симпатичный, мне нравится. На ножках так интересно выглядит. Стоит он, по-моему, 150 рублей. Да, по-моему. Ой, блин. Все стерло почти. Ну ладно. Так, значит, мы сейчас берем. И примерно насыпаем. Вот столько земли у нас. Даже поменьше чуть-чуть. Я, наверное, уберу. Привет. Да, потому что мы сейчас будем всякие различные добавки добавлять. И чтобы не было чересчур. У нас это песок. С песочком. Я так прочитала. У меня он на самом деле второй. Первый у меня Philodendron Birkin. А это вот White Wizard. И я особо не до конца разбираюсь в них. Но, как говорят, что почва должна быть с песком. Так, теперь мы возьмем диатомит. Добавлю, но немножко. Так, дальше у нас идет древесный уголь. Мокс фагнум. Тоже антибактериальная такая штука. И влагоудерживающая. Пылиться, он, конечно, ужасно. Так, вот что у нас получилось. Это у нас песок слушается. Вот такой вот грунт. Сейчас еще кору. И можно еще мха добавить, что-то маловато. Такие большие куски коры, которые, кстати, уже пожеванные. Вот, и я их нарезаю с помощью секатора. Чтобы измельчить, потому что, ну, как бы не положишь ну, два кусмана туда. Вот. Поэтому мы так вот все режем, режем. Вот такой грунт у нас получился. Так, и еще я хотела первый раз попробовать всыпать сюда. Не знаю, сколько здесь литров. Ну, как-то так. Короче, я купила удобрение Бонафорта. Вот оно прям не гранулированное, а порошок прям. Прям ужас какой-то. Какие-то пары еще от него. Господи, не травиться бы. У меня есть такие вот суперские ювелирные весы. Мы на них взвесим наше удобрение. И мы прям... Прям снег сюда. Оп, колхозненько, но ничего, зато точно. Теперь все это перемешиваем, то удобрение. Да. Ну, так как у нас здесь мало, достаточно корневой системы, еще пока, мы уменьшим объем горшка керамитом. Я выбираю поменьше, чтобы он... Про горшок-то маленький. Так, сейчас мы примерим. У нас вот так вот он получился. Ну, то есть еще мы уменьшили объем. Так, работать будем в перчатках, так как это удобрение на всякие пожарные. Надо еще посмотреть на корневую систему. Что там и как. Вот так. Вот, то есть у нас совсем тут чуть-чуть. Я думаю, быстро разрастется, просто ему некуда было, то, что он заполнил. Вот, и мы с вами сюда его
примеряем примерно, нормально им будет или нет. Я думаю, вполне достаточно. Так, значит, мы начинаем засыпать в горшочек нашу землю. Я думаю, он очень быстро вырастет. Даже можно еще чуть-чуть подсыпать. Ну, как-то вот так вот, думаю, нормально ему будет. Все, можно начинать присыпать его землей. Подожди, он, наверное, еще утрамбовал чуть-чуть. Вот такой большой красавчик. Между прочим, я, кстати, его купила. Побольше хочу добавить этого. Тут у него еще нижние листики тоже, их аккуратно нужно не засыпать полностью землей. Ну так у нежных рук есть, что страшно прям, что с ним делать. Ой, правда, нижние листья вообще страх сломать. Все, думаю, сейчас я так оставлю, а когда он уже укоренится, как это в этом горшке, я подсыплю ему сверху новой земли, потому что сейчас у него очень мало, много маленьких этих листочков внизу. И сейчас я буду придавливать там что-то еще сверху насыпать, я боюсь повредить их. Вот. А так он вроде устойчив стоит, там не шатается никуда, поэтому, наверное, я так его оставлю. Может быть, еще чуть-чуть сверху с корой присыпать. Эта земля все равно осядет. Но я думаю, это сделать потом попозже. Да, листья, конечно, у него шикарные. Очень красивые. Особенно один такой листочек, но потом наполовину белый. Так, ну все, вот. Давайте, наверное, я чуть-чуть попозже его полью. Но очень красивый. И прям горшочек тоже ему идет. Ну вот, поставим его теперь на его новое место. Тут у нас... Самого не уронить. Одной рукой так неудобно. Тут у нас тоже вот Биркин маленький стоит. И вот теперь он тоже будет здесь стоять. Так, надо вас подвинуть, господа. Чуть-чуть. А то тут расположились на все. Вот. Теперь вот его место, красавчик. Так вот, маленькие листочки вот. Наша пересадка подошла к концу. Спасибо всем большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь, мне будет очень приятно. Спасибо, что были со мной.